team. Я думал, еще несколько раз так делать. Буду отправить на корпоративный портал. Ну он прям есть? Молодец. Быстро сметнул. У них было много нападало. Да. Так, надо отправить в глубину. Кстати, мне кажется, будет бесконечно полезной функцией в смартфонах, что когда включаешь камеру, чтобы он автоматически начинал записывать, и потом, ну, если забыл что-то записать. Ну, понятно, да. Он строит дом свой, он вылезает, вынимает оттуда землю. Сейчас а, смотрю. Уже строит? Ну, вон, смотри. Угу. Вытаскивает оттуда. Он до растений докопался. Ничего страшного. Сыгоня. Да, он блин, у тебя на телефоне видно лучше, чем в аквариуме. Ну, с увеличением, потому что. Он сейчас растение у входа оставит. Будет супер. Угу. Он сам все сделает. Я тебе там скинул. Первый титаник, второй это Олимпий цветочек. На самом деле у него дохренища всякого, поэтому там все смотреть, все скидывать не буду. Ладно. У него есть еще гамлет. Гамлет это вообще. Это о чем? Песня. Приобщает это Шура Кайтман. Это не песня. Нет, не песня. Нет, это такое, это веселее. Ну ладно, веселее вот. Смотри. Вот бульдозер. Ага. Капец. Видел ли ты у себя такое дома? Ну, у меня раков не было. А ты, Леша, с ними боролся. Данил Юрьевич, не зря же вы директор. Я могу, например, с вами бороться со всеми. Не, он реально занялся делом. Смотри, подальше, подальше. Жесть. Потом опубликую где-нибудь. Показать. Смотри, он туда вообще глубоко зарылся-то. Да он целиком туда. Все, куда он... Я когда читал о них, они, во-первых, взрываются, потом сами заделывают камнями вход в свое жилище, а когда им надо выйти, они его раскапывают, ходят по своим делам, возвращаются и снова закапывают. Так спокойнее, ты что ж дверь закрываешь? Когда? Ну, а камней-то нету подходящих. Ну, вот, нет, ну, вот этим заваливают. У него там сзади не обвалится этот проход? Ну, ничего там не будет. Ну, мне кажется, что как бы сама конструкция. Что-то вспомнил. Домой побежал. Пиво забыл. Рак есть, а пива нету. Слушай, ну вообще он, по-моему, уже это вышел за границы кольца давно. Угу. Я про это говорю. Но метро он... уже строили. Но оно закопано под правильным углом, так что никуда он не денется. Второй день крыши. Второй тормозит. Сейчас нахваталкивать начнет. Кого? Ну, все эти камни. А он.